Житель Самары Олег Бородин работал учителем ОБЖ в школе номер 3. Когда началась специальная военная операция, принял решение пойти за ленточку, чтобы защитить родину. Уже в мае 2023 года подписал контракт и отправился в Луганскую область, где пробыл до марта 2024 года. Рассказывает, ушел на СВО, чтобы отдать долг родине, поскольку уверен, что именно так и должен поступать настоящий мужчина. Я и учил этому детей. И доносил это до них. И, может быть, своим примером, вот этим поколением, я мог бы показать то, что в любом возрасте, даже за 50 лет, можно подняться, пойти оказать какую-то посильную помощь. Вот, и тем самым все-таки сохранить то государство, которое есть. Участник специальной военной операции Олег Бородин провел урок мужества для 11-классников, на котором рассказал о своем опыте военной службы и о том, как важно защищать родину. У меня самой мама участник Великой Отечественной войны. И я тоже помню, когда она приходила в школу и приглашали, когда я училась, какие эмоции у детей были. И внимательно слушали всегда, задавали интересные вопросы. И вот люди такого плана, они всегда являются примером для всех. В школе номер 3 регулярно проходят открытые уроки с участниками специальной военной операции в рамках всероссийского проекта «Классные встречи». Августина Охременко, Сергей Баскин, «События».